Приехали в такое интересное место, это парк. Но времени уже не хватает, и вряд ли нас пустят с таким вот чемоданом в парк просто пообедать. Придется, будем есть на ходу, как говорится. Не в машине, но с открытым багажником. Но зато на свежем воздухе. Рядом с козулями. Вон они, красавицы, гуляют. Наш пикник. Бутерброды. Огурка, помидорка, наш лучок, яйца. Да. Угу. Ай, пудельбак. Угу. У них есть где-то, где можно сесть, запикникаться. Белка побежала. Но минут 25 ходьбы отсюда. Угу. Яйца, кстати, дорогие. Органик. Белочка попросила у нас кушетки. Лянь, козуля. До дерева добралась. Ой, хитрюга какая. Ест, даже меня не слышит. А я рядом. Вейт, Антош. Что, не бояться? Тут целое стадо. Саньё воняет. Нечеловечески. В общем, два животных. Арабский козел. И вот этот арабский рог какой-то. Какой-то арабский хорек. Козел и хорек. Мы посмотрим. Не знаю, здесь можно как пешком пройтись, так и вас отвезут на вот такой вот машине. Сижу под таким навесом, Антошика жду. Забыл бинокль. Охотник. И как раз читаю про этого козла. Ну, как мужской, женский, чем они отличаются. Но у них одно сходство у этого козла. Он какой-то необычный козел. У него обзор зрения, ребята, 340 градусов. Это какие глаза надо иметь, чтобы настолько это все видеть? Представляете? То есть он видит, он идет вперед, но он видит, что у него сзади все происходит. Повезло козлу, походу. Только я не понимаю, вот эта женщина, эта девушка. Что это означает? Это отличие? Это глаз? Или я что-то другое подумала? Ой. Козел, ребята, мы увидели козла. Посмотрите, какой красивый. Красавец. Шерстка какая красивая. И не поймешь, что это козел. Какой-то интересный, да? Сверху как альпака какая-то. А так мальчик, что ли? Яйки висят. Ну да, пацан. Ох, красавец какой. Нет. В общем, это что-то арабское. Какое-то животное. Хорек, хомяк, непонятно что. Его приравнивают... У него сородич есть, и сородич это слон. Что? Вы верите? Это невозможно поверить. Я лично не верю. На камушке греется. Греется. Ну покажи свою мордаху. Ага. Вот его какая мордашка. А этот лежит. Да. Да. В растопырку. Смотрите, лапки вытянул, лежит, загорает. И не шевелится. Я немного это сама хотела привлечь внимание, постучала по стеклу. Ой, Антоша! Well, two of them. Ой,
целое семейство. Да. Какой слон? Какой слон, если они просто крысы? На крысок похоже. Он сейчас так полиганул на вот эту скалу. Ну, как бы скалу. А тут на солнышке греется. Смотрите, какой. Ой. Смотрите, смотрите, что спускается к нам. Это гиена. Может быть, ее следы я видела, а? Она в полосочку. Ужас какой, какое страшилище. Не то тигр, не то что это. Вау. О боже. Ой-ой-ой, какой ужас. Да. Что-то непонятное. Длинная шея. Very long neck. С длиннючей шеей. Я дико извиняюсь, животное, но ты такое некрасивое. Походу, пришел пожрать, да? Кормушка находится под кондиционером. Находится нам хорошо. Прекрасно. Стеклышки все вымыты. Блестят. Видимость отличная. Ну вот она, кисочка, кисюнечка. Так смотрел на нас интересно. Привет, кисонька, привет. Красивая кисонька. О, какая красота. Обожаю кисонек. Кисюнек. Глаза какие. Кисонька. Такого дурачка включил, якобы он так это самое. Устал и сейчас вот-вот заснет, уснет. А на самом деле, наверное, думаю, как бы я тебя сейчас бы за горло твое бы взял, да? Да как потрепал. Кисочки, мы знаем вас. Вон хвост ходуном ходит. От удовольствия. Кисоньки. Лапки мы видели. Это был он, ребята. Его лапки. Тут какой в кустах затаился зёбр. Ух, нежничает. Просыпайся. Мы же пришли на тебя посмотреть. Я извиняюсь. Спи, спи, спи. Не буду тревожить. Я его по хвосту нашла. Смотрите, какой хвост длиннючий. Отличается от дерева. Ну, а так мы его, конечно, долго с Антошей искали. Ну, вот она. Просыпайся. Харе. Харе дрыхнуть. Есть рыбы уже пошли. Ну, рыбы такое. Мне очень интересно, а здесь кто? О, боже мой. Здесь хладнокровное. Вот оно. Его даже искать не надо. Здравствуйте. А ты не один? У вас кучка? Я по глазам просто определила, что у вас здесь кучка. Ёперный балет. Вот еще чудище какое с таким хвостом. Мышка радуется. Ой. Мышки. Полевки, да? Как наши полевки. Лукинка, чья? Ой, боже, ой, боже. Познакомиться пришли. Осмин, гербел. Полевка, Антоша. Ну? Ну какие. В общем, у них мышиные дела. Не будем отвлекать от вас мышиных дел. Мы пошли по своим делам. Оторваться не могу. Ой, какие миленькие. И ссорятся, и дерутся, и целуются заодно. Ой, мышва. Темно здесь.
Лук, смотрите. Маленький, маленькая кисюлечка. Почему его обозвали диким? Диким котом. Это не его принт был. След, я имею в виду. Нет. В общем, ушел в темноту. Под дурачка. Под дурачка подкосил, типа он нечаянно сюда зашел. Да? Может, он услышал? Лянь, ходит, дурачка включил. Да. They can see at night, Антоша. Что с ним? Маленький. Я-то думала. О, дикий кот арабский. Что-то он унюхал. Своих, что ли? Там залетела мошкара. Я думала, он со мной играется. Нет. Там кто-то в этот залетел, что-то летающее. А, он за ним охотится. Все, нормальный кот. Ладно, пошли дальше. Что-то там прыгнуло. В общем, какая-то мошкара или кузнечик. Очень интересная идея этого парка. Видите, длиннючий коридор, он идет по кругу, по всему парку. Вот мы оттуда пришли. Вот, а это уже на выходе, смотрите. Какая красота, все под стеклами, ты идешь, тебе не жарко, все под кондиционером. Здесь козы бегают, ага, косульки, а здесь я не знаю, здесь козел, опять козел, возвращаемся. И так походу, ой, Антоша, вот that bird, птичка сидит, странная какая-то курица, ага. Где? А где козел? Мы нашли домик. Какие-то горные крыски. Нет, конечно, их так не называют, но какие-то бобры, сурки. Ну, а здесь уже рай для газелей. Газели, козочки. Им полотце сделали. С таким прекрасным видом на океан. Нет? You could hear me. Did you see that? No. I think they can hear everything, Антоша. That's why they are in. Нет, это похоже на валуны. Это не камни, короче. Что-то такое железное, что покрыть. Ой, это мои любимцы. Вороны. Да. И алувера моя любимая, и ворон какой красивый, какая умная птица. Я не думала, что мне понравится. А мне правда понравилось. Это один из самых в Эмиратах самый классный парк, ребята. Мне очень понравился. Ой, боже мой, вот они. Боже мой, вот они красавцы, где, ага, сидят, все спят, обидня, да? А смотрите, какая дверь камуфляжная, да? Антоша, специальный бинокль для этого дела, от Сваровски, специальными линзами. Два веселых гуся, мы взяли машинку объехать весь парк, прикольно. Классно. Антоша сит хаппи. Да? Ну давай. Антоша, did you like it? Did you excited? Да? В общем, мы все увидим вживую. Только уже с другой стороны. Ну как? Нет, вживую. Не из-под стекла. И нам обещали показать леопарда. Вот он. Вот его домик. Так. Что-то ничего не вижу.
какие-то ограждения хиленькие, ребята. Ограждение без крыши. То есть, если он захочет, он может отсюда дёру дать. Я так думаю. Так, вот он, леопард. О, биг территория Форда Леопарда, Туши. Ну-ка, ты здесь, viewpoint. Вы можете туда забраться и прям смотровая площадка. О, как интересно. Нас сопровождает натуралист, водитель, гид. Что, что, что? Ой, какой красивый. Ну ты знаешь, куда идти. О, кисочка. Красавец. Это моя бабушка сказала, тяняется. Тяняется с угла в угол. Мальчик. Мэйл. Ой, красавец какой! He changed now. Мы попали. Хорошо. Все, устал. Устала, кисонька. Ой, какая ты кисонька. Прям на меня идешь. Food. Да. Ой, все? Да, ой, некомфортно. Не то место выбрал. Мается, мается, теняется. Туша сейчас тебя как схватит. Что, все, ушел от нас? Хили вас. Ой, Антош. Ага, кого-то мы можем увидеть. Так, следующая остановка. Did we saw her? No. Кара. Каракал. Какой-то каракал. He's big or small? It's like cat. Like cat. Окей. Ой, может это рысь? Oh, it's like a lynx. Рысь. What do you call a lynx? It looks a bit like that, with the funny ears. Yes, рысь, рысь, Антоша. In Russian we call рысь. Ищем, ищем рысь. А ну, ребята. Может, кто-то из вас глазастый, да, рассмотрит, где. Знаете, мы смотрим, а не видим. А он где-то сидит и смотрит на нас. Где-то здесь. А вот, смотри, бинокль надо смотреть, тоже искать. Нет, говорит, она камуфляжная, конечно. Она под цвет вот этого песка и камушек. Так просто не увидеть ее. Ну, рысь, рысь, наверное, и рысь. И в Африке рысь. Найди ее, попробуй. Думаете, что ее здесь нет? А она есть. А она где-то здесь. And then... Ребята, нам ее нашли. Но дело в том, что она... находится вот за той травой, под стенкой. Ой, а это она? Или что это? Ну, в общем, ее не видно. Я не могу ее разглядеть. Камера не фокусируется, потому что из-за вот этой сетки. Really? Вот она красавица, ребята, мы ее нашли. Мы ее нашли. Вот она сидит, улыбается. А-а-а, кисонька. Funny ear, isn't it? Да, рысь. Got a picture? Кисонька, ты где? А, вот она. Ой, какая it's красивая, nice, да. Очень красивая. А, тоже кисочка. Может, это ее след мы видели. Похоже, как живая. Сейчас прыгнет. Ну что, у нас сафари продолжается. Да с ветерком.
горах находимся, ребята. Да, что-нибудь надо дать парню, заслужил. Мы еще одно местечко нашли интересное. Но, наверное, мы приедем сюда все-таки в следующий раз, потому что уже время у нас подгоняет. Не хотим застрять в пробке просто. Но очень-очень интересное место.